31 марта 2017 года. Сегодня произошло заселение в отель в комплексе City of Dreams, где будет проходить чемпионат по покеру от Poker Stars. Мой турнир начнется через 6 часов. Моя спутница Анна Смит уже играет. Первый турнир, недорогой, баксов за 400, около того. Я за 1100 баксов играю турнир через 5 часов. Такие новости, собственно. Видос снимаю ради того, чтобы показать немного номер. Очень шикарный номер достался. Нам повезло, друг помог снять с огромной скидкой. Если кому-то интересно, тоже скидки на отели в разных странах мира, то можете обращаться ко мне через меня, я могу, наверное, как-то свести с ним, помочь сделать. Вот. Ну, вот такой вот шикарный номерок, это классный люкс. Сам номер, конечно, стоит дорогущую цену, но мы его сняли по цене просто обычного, самого дешевого номера в Макао. Там внизу находится казино, где-то вот здесь, вот может быть там. Ну, в общем, все в одном комплексе. Тут казино, множество ресторанов, бутики, вся хрень, собственно.